Привет всем. Чудо багажник, как всегда. Вот чуть поменьше кузова от бычка такой вот получился. Велосипед типа Салют, средний, то есть производство СССР. Картинка. Ну, вся поломалась, пластмассовая. Это, конечно, потяжелее получился, но побольше, чуть пониже и ближе. Переду корзинка под сиденье не влазила, то есть она была на самом конце, поэтому нагрузка назад получалась больше. Сейчас вроде, ну, я сделал это подлиньше, в общем, 50 у него длина, ширина вверху 30, внизу 25. Вот так законусил пруток, шестерка и пятерка. Вес 2 килограмма 70 грамм. Ну, сзади закрепил усиками. Вот так вот тут получилось. Это просто положил картоночку, ДВ-пиночку. Вот так вот усики. То бишь, когда ставим его, раз и вперед продвигаем, и они как-то замыкаются. Вот так оригинально получилось. Перед уже, ну, как бы частично 30% багажника уже не на вот этих тоненьких прутиках висит. Ну, возим килограмм по 20, так что 2 килограмма это не так уж и много для него. А, высота 18 сантиметров. Значит, как я делал, сначала согнул верхнюю 30 на 50. Из шестерки, потом боковушки вот эти согнул под конус. Тут у меня внизу 45 на 18, грубо говоря. Ну, чтобы тоже конус был. И приварил их тоже конусом. Тоже конусом их приварил. Вот, все в стык. Ну и потом в стык тоже. Ну, может, как-то надо было попроще внахлёст, конечно. Ну, замучился варить. Сварщик такой. В стык приварил вот эти боковушки. Ну, тут сзади одна посередине. Здесь сбоку две. И потом уже изнутри практически внахлёст. Тут внахлёст крайним стык. Но немножко тут, конечно, вот такая конусность внутрь получилась. Ну, а задние пришлось в стык варить, потому что дюжа уж было выпукло внутрь. Ну, и тут вот основные несущие, это вот эти две, которые на багажник опираются из шестерки, а и здесь вот по краям вот так из пятерки перемычечки, чтобы у дощечки края не наминались. Ну, это расходник. Ну, в общем, уже испытали, вроде бы шикарно. 20 килограмм продуктов довезли. Ну, вот такой вот. Его, конечно, проще купить, но почему-то не продаются задние корзинки. Только передние. И те какие-то, ничего в них не сунешь. А кроме пузыря или двух баклажек. Ну, вот такой вид сзади. Ну, вот так вот, вроде бы и широко, вроде не широко. Ну, что еще тут, веселой красной красочкой. Ну, хорошо, мне понравилось, вот спереди я закрепил ее. А то вечно болталось все на одном багажнике. И здесь вот достаточно надежно крючочки. Если снять, по-быстрому один болтик открутил, вынул. Болтику закрутил. Ну, все, как-то так, коротенечко. Вот такая вот тень моя еще тут. Вот такая вот система. Все, всем удачи, всем пока.